Привет, каратисты! Сегодня у нас уже третья тренировка. Состоит она также из трех частей, как про предыдущие тренировочки. Первая часть – это разминка-растяжка. Вторая – основная часть, в которую мы включаем блоки, удары, также удары ногами, стойки и так далее. И последняя часть, заключительная, это общефизическая подготовка. И сегодня также можем в конце тренировочки добавить еще маленькую растяжку в самом конце. Пожалуйста, старайтесь работать максимально эффективно, с полной отдачей. Поехали. Вместе с руками. Назад. Постоянно прыгаем на носочках. Кисти. Два поворота в одну сторону, два поворота в другую. Хорошо. Наклоны. В одну сторону, в другую. Вперед, назад. В одну, в другую. Вперед, назад. В одну. Вперед, назад. Посмотрели вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Хорошо, закончили. Кулачки перед собой. Разминаем кулачки. По большому кругу. В другую сторону. Крепко сжимаем. Рожали. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее задание. В другую сторону. Хорошо, закончили. Наклон вперед. Медленно. Хорошо. Колени разминаем. Коленочки. Вот на колени положили. И хорошо. Разобрали коленочки свои. В другую сторону колени. На одну ногу садимся, в вторую сторону. Покачались на одной ноге.
переходим с одной ноги на другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поставим ноги вперед. Покачались. Ноги максимально широко. Вот эти внимательно. Ноги пошире. Пятка задняя отрывается от пола. Покачались. Пружинка. Спина прямая, ноги широко. Другая нога. Покачались, покачались. Другая нога. Хорошо. Сели. Ноги широко. Ноги широко. Потянулись вперед. В одну сторону, вперед, в другую сторону. Вперед. В другую сторону. Вперед. К одной ноге. Вперед. К другой ноге. Ноги вместе. Взяли ножку, вытянули, разминаем ножку. Прижали к себе крепко-крепко. Взяли за пальцы ног или за стопу, кто как может. И поднимаем ногу над головой. Хоп, выпрямили ножку. Нога прямая. Потянули на себя. Нога прямая. Хорошо. Другая нога. Тряхнули. Размяли ножку. Прижали ногу к себе. Подержали чуть-чуть. За стопу и поднимаем над головой. Подняли, тянем на себя. Нога прямая, потянули на себя ножку. Хорошо. Потянули еще. Закончили. Следующее задание. Ложимся на бок, стопа на полу, полностью приклеена к полу, рука над головой, поднимаем ножку, достаем ножкой до ладошки своей, вот таким образом, нога прямая, оп, и медленно опускаем, готовы? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Нога боком прямая. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Другая сторона, другая нога, соответственно. Ладно, мы двинемся. Эта нога прямая боком. Рука над головой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, закончили. Пальчики ног разминаем, поднялись. Другая нога.
широко. Ноги широко. Наклон вперед. В одну сторону. Вперед. Другую. То же самое, что и сидя, только в шпагате. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Закончили. Попрыгали на носочках. Попрыгали, попрыгали. Руки перед собой. Поднимаем колени. Сейчас мы закрепим то, что было пройдено на прошлых тренировках, и перейдем к новым упражнениям. Поехали. Для повторения закрепим то, что делали на прошлых тренировках. Только замку цудачи, плавные блоки дамбарай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая нога вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Блок агилки. Левая нога впереди. Замах. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Другая нога. Замах. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отжимания 10 раз. Легли на живот. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закрепим также и удар якуцуки в стойке. Левая нога впереди. Левую руку вытянули вперед. Правая рука на корпусе. Раз. Вытянули руку вперед. Два. Делается удар задней рукой вперед. Спина прямая. Нога передняя остается согнутой. Выпрямляется задняя нога во время удара, потому что от нее идет основная сила. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Другая нога вперед. Левая рука удар теперь левой. Левая рука здесь у нас на корпусе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять,
10. Пресс, книжка. 15 раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Следующее упражнение – сутолки-якутски. Якутски. Левая нога вперед. Левая рука замах. Левая рука блок. Правая рука удар вперед. Подсчет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Поменяли стойку. Другая нога вперед. То же самое. Сутулки, якутски. Замах правой рукой. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий блок с ударом учуке якутски. Учуке якутски. Агюки якутски и гитанбара якутский мы сегодня не проходим, потому что они были пройдены уже на прошлой тренировке. Чтобы их закрепить, вернитесь к прошлому уроку и повторите самостоятельно. Левая нога вперед. Учуке. Блок левой рукой. Левая нога вперед. Блок учуке. Корпус назад. Якутский. Корпус вперед. Спина прямая. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая нога вперед, то же самое. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Паузу между упражнениями сделаем ноги от себя к себе попеременно. 20 раз. Поехали. Тянемся и отдыхаем. Если на колени. Одну восьмую руку вперед, другую руку вперед. Попу не поднимаем. Стараемся грудью достать до пола. Ложимся прям грудью на пол. Ноги широко,
Попы не поднимаем. Сели на колени и на коленях ложимся на спину. Отдыхаем. Можно под спину подложить что-то мягкое, например, полотенце, матик для тренировок или ковер, например, небольшой, чтобы было не так больно ложиться. Коленкам опираться в пол. Стряхнули ножки. Переходим к ударам ногами. И первый удар Майги Кьяги Чудан. Майги Кьяги Чудан. Руки здесь. Руки перед собой, левая нога впереди. Удар задней ногой в живот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Поставили другую ногу вперед. То же самое, 10 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Следующий удар Майагири Гикоми, проникающий удар. Нога впереди, руки перед собой. Поднимаем колено, уносим ногу вперед. Пауза, фиксируем ногу, возвращаем обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая нога вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Справились. Тогда переходим к следующим упражнениям. Удар Мавашигири в корпус. Мавашигири чудо. Ногой. Удар сложный, поэтому делаем его внимательно. Торопиться не нужно. Левая нога впереди. Подняли. Разворот. На ноге, на которой вы стоите, удар ногой в корпус, раз, разворот на ноге, обратно, ногу ставили назад. Опять подняли колено, разворот на ноге, удар, два, согнули ногу, развернулись, поставили обратно. Подняли колено, разворот на ноге, на которой вы стоите, удар, три, разворот на ноге, поставили ногу назад. Запомнили? Теперь все вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.
10. Левая нога впереди. Правой ногой удар в живот. Маваши Гери Чудо. Подняли колено. Разворот на ноге. Удар. Ногу вернули на место. Поставили. Подняли колено. Разворот. Удар. Ногу поставили на место. Все ясно? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Колено. Разворот. Да. Ногу на место. Подъем колена. Разворот. Удар. Ногу на место. Подъем колена. Разворот. Удар. Ногу на место. То же самое другой ногой. Подъем колена. Разворот. Удар. Ногу на место. Подъем колена. Разворот. Удар. Ногу на место. Ногу на место. Подъем колена. Удар с разворотом. Ногу на место. На самом деле, чрезвычайно важно, чтобы вы сделали упражнение именно столько и повторение именно столько, сколько делаю я или даже больше. Если для вас это так, просто посмотрел видео и выключил, то можете смело записывать себя к неуспевающим, потому что кто-то сейчас тренируется, кто-то старается, кто будет лучше, а вы же останетесь такого же уровня или даже хуже, поскольку совсем ничего не делаете во время карантина. Пожалуйста, занимайтесь дома и не ленитесь. Сейчас несколько упражнений из общей физической подготовки, и все, на этом закончим. Досмотрите, пожалуйста, до конца. Пресс-книжка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Следующее упражнение должно быть с ногами. Для этого будьте берем ноги вперед и поехали. Раз, два, три, четыре. Ноги прямые, ноги никуда не опускаем. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Сделали руками замочек. Вот так. Ложимся, поднимаемся до тонуса. Раз, два, легли. Раз, два, три, четыре. 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 Небольшая пауза. Затем поднимаем ножки вверх, едем на велосипеде. Все, поехали. Ноги повыше можно поднять. Закончили.
Следующее упражнение упор лежа, руки на ладошках. Встаем на кулачок. Раз, два, три. Понятно. Колени убираем, переходим на кулачки, потом обратно на ладошки поочередно. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо. То же самое, только делаем отжимания в конце. Смотрите, отжались. Раз, два, на кулачки. Отжались. Раз, два, 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 отжались. Закончили. И следующее упражнение. Встаем на локте, поднимаемся на руки. Готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, закончили. Приседание с удара вперед. Ногой. Руки здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 15, 20. Лежим на живот. Раз, два, три. Напрягаем спину. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Поставили руки. И смотрим вперед потолок. Потянулись хорошенько. Потянулись вперед и вверх. Потянулись, вытянулись вверх. Хорошо. В сторону. На этом тренировка закончена. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что тренировались. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе. Следите за новыми видео. Всем здоровья и удачи. Стоп. Отмечайте также EduDoSport в своих видео. Добавляйте этот хэштег. Тогда ваше видео будет на нашей странице EduDo с вашим участием, с вашими тренировочками. Это мотивирует других людей. Будьте с нами, будьте сильнее. Пока.